Автомобиль «Рено» отправили на штрафстоянку в ходе рейда сотрудников «Энергосбыт-плюс» и Управления Федеральной службы судебных приставов. И вот, накануне березняковец погасил долг, чтобы вернуть арестованное авто. Он внес 98 тысяч рублей задолженности за услуги отопления и горячего водоснабжения, чтобы снять арест со своего автомобиля. Помимо погашения задолженности, неплательщику пришлось возместить расходы на эвакуацию арестованного имущества, а также внести исполнительский сбор.